Председатель Комитета Государственной Думы России по делам национальностей Валерий Газаев принял участие в работе круглого стола, посвященного национальной политике в Чувашии. Мероприятие прошло в Доме дружбы народов. Мира вам, добра, счастья и крепкого здоровья. Соседи дороже дальних родичей. Эта пословица, как никакая другая, отражает суть взаимоотношений различных национальностей, проживающих в Чувашии. Исторически так сложилось, что здесь нашли второй дом представители 128 национальностей. Более 90% населения оценивает межнациональные отношения республики как положительные. Сегодняшний форум и формат общения может обозначить текущие успехи и наметить будущие перспективы совершенствования механизма реализации государственной национальной политики Российской Федерации на региональном уровне. Это наша с вами общая стратегическая задача на долгосрочный период – сохранить и укрепить межнациональный мир и согласие, а также гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений. В Чувашии проводится множество культурных мероприятий, направленных на популяризацию национальных обычаев, взаимопроникновение и взаимообогащение культур. В республике создан Совет по межнациональному и межконфессиональному взаимодействию. Успешно работает Ассоциация народов Чувашии. Национально-культурные общины активно участвуют в реализации национальной политики. Важным условием сохранения стабильности и межнациональных отношений является создание условий для социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, противодействие формированию замкнутых анклавов мигрантов по этническому признаку. Для решения этих задач органами исполнительной власти Чувашской Республики налажена совместная работа с национальными центрами, зарегистрированными в республике и правоохранительными структурами. Большое внимание уделяется поддержке национального языка. В ближайшее время завершается работа по созданию учебников по чувашскому языку, которые войдут в единый государственный реестр. Этот учебник переводится в электронный формат, чтобы им могли пользоваться представители чувашских диаспор в регионах России. Валерий Газаев отметил, что дружба между представителями разных народов – это вопрос безопасности и дальнейшего развития нашей общей родины. Екатерина Шеверова, Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, Республика.